Всем привет! Сегодня готовлю персиковый нектар. Вот у меня сегодня персики такие красные, сочные. Легко кожа отделяется, но я все-таки обработаю кипятком, чтобы легче было чистить. Не ножом, а вот именно руками. Так кожу можно тонко почистить, и ничего лишнего не уходит. Вот залила я кипятком. Несколько секунд подержала в кипятке, буквально там 10 секунд, и сразу в холодную воду. Вот как легко очищается. У меня сегодня такие немного розовые персики, а если вы хотите, чтобы сок был ярко-желтый, лучше, конечно, брать такие желтые персики. Но вот эти именно сорта, они более такие сочные и ароматные. Как нарезать, не имеет значения, потому что мы их все равно будем измельчать блендером. Главное отделить кость. У меня, значит, здесь 2 килограмма персиков. Все нарезаем. Добавляем 1 литр холодной воды чистой. Сначала 1 литр добавляем. Ставим на плиту, доводим до кипения, пену пока не трогаем. Начиная с момента, как закипит, отсчитываем 15 минут. Если твердые плоды, не такие мягкие, как у меня, тогда 20 минут. Дальше погружным блендером измельчаем все. Если нет блендера, можно сразу через сито пропустить, либо через мясорубку. Но я все равно через сито буду пропускать, потому что там, ну, вот видите, какая мякоть остается сильная, чувствуется во рту потом. А через сито она вот как бы более мягче так и чувствуется. После блендера это сделать не так уж и тяжело. К тому же там остаются иногда куски, вот посмотрите, как у меня осталось ничем. Вот, а через сито ничего не пропустишь. Вот остается мякоть, которая не проходит через сито. Вот это я уже не добавляю. Его можно отдельно либо съесть, либо выбросить. Но вот это уже не нужно добавлять. Дальше добавляем оставшиеся 2,5 литра воды. Здесь уже вода не холодная, а такая, не кипяток, но горячая, чтобы сахарный песок мог растаять. Сахар добавляем 2 стакана. Перемешиваем и снова доводим до кипения. И начиная с момента, как закипит, отсчитываем еще 15 минут. Прошли 15 минут, сняли пену. Добавляем пол чайной ложки лимонной кислоты и кипятим еще 5 минут. Прошло 5 минут, сразу разливаем по банкам. Банки должны быть горячими и крышки, и банки должны быть горячими. Воды у меня ушло 3,5 литра, в общем, и получается ровно столько же и сока. Но сок, не смотрите, что он сейчас такой жидкий, он еще загустеет немножко, там же все же мякоть. Убираем пену с бутылки и сразу закручиваем крышку. Крышка должна быть горячая. Как закрутили, переворачиваем. Если хотите, чтобы сок совсем такой жидкий был, то можно еще пол-литра воды добавить. Ну, в начале. Вот у меня ровно 3,5. Ту половину мы уже сейчас будем пить, а остальные 3 отправятся в кладовку, когда остынут. Правда, цвет не такой ярко-желтый, как хотелось бы, потому что у меня персики такие розоватые, не желтые. Поэтому и цвет такой. Ну, а у меня все. Пока-пока.